Ровно в 16:00 всех посетителей МФЦ просят покинуть помещение на 30 минут. Это вынужденная, но необходимая мера. Она помогает сохранить здоровье жителей округа. Как только в зале остаются одни сотрудники, начинается уборка помещения. Каждый обрабатывает дезинфицирующими средствами свое рабочее место, оргтехнику, защитные экраны, кресла для заявителей, ресепшн и столы для заполнения бланков. Все тактильные поверхности в территориальном подразделении обрабатывают. Также в клининговой компании ведется уборка полов. Все обрабатывается, но уборка у нас, соответственно, 4 раза. То есть это утром, 2 санобработки и вечером. Перерыв на санитарную обработку в Одинцовском МФЦ проходит с 10 до 10.30 утра и с 16 до 16.30. Вместе с этим сотрудники центра тщательно следят за соблюдением безопасной дистанции и масочного режима. Заявители без масок на прием не допускаются. Елена Кравченко, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».